Готовая к применению высокоэластичная влагостойкая резиновая краска подходит для поверхностей из самых разных материалов. Ложится на поверхности из дерева и ОСБ, а также минеральные поверхности и загрунтованный металл. Мы проведем 3 теста рабочих свойств резиновой краски, проверим ее адгезию, эластичность и влагостойкость. Тест номер 1. Адгезия к сложным поверхностям. Сравним с обычной краской на акриловой основе. Нанесем 2 краски на пластиковое основание в 3 слоя при помощи краскопульта. Просушим в течение суток. Как видите, покрытие, образованное резиновой краской неамид, гнется, не трескается и не рвется, в то время как краска на акриловой основе осыпается с пластика. Резиновая краска имеет отличную адгезию к пластику и не осыпается, как обычная водная краска. Тест номер 2. Эластичность. Нанесем краску при помощи краскопульта на резиновый шарик. Просушим в течение нескольких часов. Мнем. Покрытие прекрасно держится и не трескается. Лопаем и растягиваем шар. Тест номер 3. Водостойкость. Резиновую краску неамид можно использовать для того, чтобы защитить поверхности дома от впитывания влаги. Окрасим пеноблок из краскопульта и польем водой. В пеноблок вода прекрасно впитывается. А в реальных условиях она может быть с грязью или содержать споры грибов. Но если покрыть пеноблок резиновой краской, вода скатится. Резиновая краска неамид создает адгезию ко всем типам поверхностей и образует прочное, устойчивое к деформации водостойкое покрытие.